Что ж, могу поздравить вас всех с началом группового этапа Кубка Чемпионов. Команды полны сил и готовы бороться до конца. А мы надеемся на отличные матчи и интересные моменты. Да, все команды мечтают попасть в этот турнир, чтобы показать себя, завоевать имя, ну и, разумеется, пополнить клубную кассу. И смотрим на состав ЦСКА. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. И смотрим на состав Байера. Фланговые игроки средней линии снимают нагрузку с крайних защитников. Но! Самое главное, не снимают ответственность. Сегодня первый тур группового этапа. Один из матчей мы с вами и увидим. При взгляде на турнирную таблицу мы видим здесь двух явных фаворитов. Вообще группа подобралась очень прилично. Он бьет. Он уже видел мяч в сетке, но защитник заблокировал удар. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Великолепный проникающий пас. Он накручивает соперников одного за другим. Кевин Фолан. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Вагнер Лав. Отлично сыграно, надо решать. Хорошая передача. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Карим Белараби. Кевин Камп. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Аут, спешит команда. И в зону атаки мяч переходит. Какая техника, как он... Вагнер Лав! Мяч в воротах, они вышли вперед. Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса, блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась, и похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. Потерял он мяч, но кому он достанется? Хильберт. Вагнер Лав. Удар! Что творится? Они забивают один за другим. И вот еще один гол, практически дуплетом. Потрясающий, конечно, эпизод. Потрясающий, наверное, во всех смыслах. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Тут может что-то получиться. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. По флангу развивалась атака, но успешно защитник играет. Явная ошибка защитника. Мяч потерян. Атака остановлена, но кто получит мяч? Думбия. Классный отбор. Можно играть. Это может быть опасно. Эрнандес. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Вагнер Лав. Армейцы в атаке. Отличное взаимопонимание. Где же удар? Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Думбия. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Карим Белараби. Хавьер Эрнандес. Кевин Фолан. Смотрим начало атаки.
Эрнандес. Хорошо вратарь сыграл в этом эпизоде. Прыгнул, спас команду. Что ж, команда возвращается на поле, и мы продолжаем смотреть матч первого тура. Всегда надеешься увидеть хорошую игру в первом матче, и у команды еще есть шанс показать все, на что она способна. Вагнер Лав. Это может быть опасно. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать... Бьет он головой. Какой сейв! Вратарь творит чудеса! И головой. А вот и отложенный штраф. Не очень частое явление в футболе, но бывает и такое. Да, и очень здорово разобрался арбитр. Не стал останавливать игру. Отличный удар. Отличный момент. Но оборона на высоте. Атакующая комбинация ЦСКА. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. И мяч в руках у голкипера. Казалось, вот-вот потеряет, но получается мяч сохранить. Вендел Боржес. Кевин Фолланд. Белараби. Байер идет к воротам соперника. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Пошли последние полчаса игры. Он накручивает соперника. И пробил. И есть гол! Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась, и похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. Все верно, пора сместить акцент атаки. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Не получается подачи, и защита легко с ней справляется. Сейду Думбия. Армейцы атакуют. Он с мячом, он бьет. Это гол! Гол! Это гол ЦСКА! И вот оно исполнение, причем исполнение, которое завершается голом. Пробил внутренней стороной стопы, очень технично и качественно. Футболист и голкипер просто уже не мог помочь своей команде. А у нас 4-0, то ли еще будет. Эрнандес. 20 минут до конца основного времени матча. Байер идет в атаку. Здесь защита справляется, мяч отобран. Думбия. Ахмед Муса. Штрафной ставит судья. Голкипер забирает мяч. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля, и сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. И как опасно пробил! В этой игре все, по сути, ясно. Была она, что называется, в одни ворота, и до конца остались считанные минуты. Удар! Близко, очень близко. Игроки не скрывают своего разочарования. Да, разрыв по-прежнему велик. Одни не сдаются, а другие не отступают. Муса. Это может быть опасно. Классный отбор, можно играть. Алексей Ионов. Муса. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Сейду Думбия.
Здорово перемещаются игроки, чувствуют друг друга, сыгранность отлично. Да, разыгрывают мяч просто шикарно. Видна работа в тренировочном процессе. Отличный удар. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Смотрим начало атаки. Нужно забивать. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Угловой будет подавать команда. Муса. Все, матч окончен.